Всем привет. С вами я, Лиз. Мы будем играть в Warcraft на сервере FrieMine. Да. Да. Я уже готов. У меня уже есть готовый сервер. И сейчас мы будем на нем играть. Сейчас. Все, начинаем играть. Вот он. Сервер, я уже играю. Давай так, заходим. Так, все, вот мы здесь. Так, надо топор взять. Так, здесь мы хорошо спешим. А в тихоне находиться невозможно. Ты меня в коридоре, все мучки на вот так ходят. Приемы. Тихон-то вот такой здоровенный. Я так. Так, вы заходите на мостовую. Так, пойдемте на справку, ну что же есть. Сейчас буду звонить своему другу, если он ответит. Вот тогда будем играть на этом сервере. Или на скейтбуке, но это не точно. Так, все, на ноутбуке хотели, да, вы хотели на ноутбук. Ну что хотел, вот, просто. Это не ноутбук в плане, но если где-то так. Хотите со мной почти по, ну, то есть поговорить со мной хотите, то вы сейчас просто меня так слышите, но если вы хотите, чтобы вы говорили, то скидывайте либо свой Discord, у меня Discord есть и Skype. Вы скидывайте либо свой Discord, либо Skype. Я могу принять. Могу, так что я буду рад поговорить с вами. Так. Это будет здесь стрелы все на окей. А здесь будет. Сидит такая дух. Стрелы не будет. Через 15 секунд спавн блока. И все, зареспавнился, вон он. Есть, я его сломал. Креатив, ну что такое? Почему я на креатив не упадал? Даю секрет, что здесь здесь больше тут не выпадает разработчик, тут специально пишут. Вот. На реваке блоки, там либо один, либо два, будет заспавнен обсидиановый блок через минуту. Призывает VIP от разработчика. Нет, это неправда. Разработчика здесь вообще нет. Разработчик, то есть, вообще не падает. Я просто по приколу. Хотелось бы. Собачок лучше антигрифер. Антигрифер, давай. Так.
Не, куда пойдем? Пошли на курс ПВП. Мне там в прошлый раз 1 миллион дали. Смотрите, видите, у меня баланс 1 миллион 150 тысяч. 156 тысяч. Я просто чуть не это... Меня бомбило жестко. Ну, как бы, игровых денег 1 миллион это... Круто, как бы. Так. Здесь это... У меня, кстати, починка на это нужно будет. Да, починка. И прочность. А, блин, столкнул меня кто? А, ну вот тут чувак. В смысле? Да ну, серьезно, стрелу кончил. Так, все, надо его скинуть оттуда. Сейчас я буду пытаться его скидывать. Смотри, что. Скидывайся же. Он 1 лям выиграл, серьезно. Он 3,228 выиграл 1 лям, вот. Сами видели, что только что чувак выиграл лям. Я-то хорошо, наверное. Ну, ему да. А мне нет. Да вон задолбал. Сейчас возьму стрелу. У меня нет. Обычник. Обычник зайдет. Здесь еще есть. Во, бесконечность. Но... Ну, что-то нет бесконечности, да? Да. Паркурить вообще не умею. Все. Уйдите, уйдите, уйдите. Невидимка есть. Так, 4 секунды. Хоть лям, хоть лям, хоть лям. Пожалуйста. 10 тысяч. Вот он. Это чувак. Сейчас я его... Почему этот чувак? Вот он... Он разраб. Он разраб, поэтому он это... Ему разрешено этот ваниш включать. Какой смысл с ваннишем? Так, все, минус. Так, все, я его стакну. Минус. Так. До свидания. До свидания. Он консоль. Вот он владелец или консоль там был? Он консоль. У него есть разрешение на это. У него есть разрешение на это. На ваниш. Вот здесь привет снова. А я сейчас буду тут заниматься. А сейчас будет некоторый шум, если что будет.
Не обращайте внимания. Хорошо? Все. Спасибо за внимание. Так. Продолжай. Вот здесь. Ты снова на моем стриме. Поздравляю тебя. Сейчас я буду раздавать... Нет, не буду раздавать. Короче, кто вот... Сейчас будет у меня конкурс. Нет, не конкурс, а прятки. Вот на это. Прятки только на спам. Вот. Прятаться только на спам. Без всякого ТП. Кто будет, пишите в чат я. Или... Да. Нет, в чат это стрим, это в, ну, где стрим, в стриме, короче, в трансляции в чате пишите. В плюс в чат, если хотите играть в порядке на Frying Mine со мной, а минус, если не хотите. Так, ну что, а мы начинаем. Сейчас будем писать. Перевели 100 тысяч, что перевели кто? Вот зачем? Вот зачем он мне перевел 100 тысяч? Вот зачем? И сейчас этот чувак, вот 55-600 тысяч, если у меня на стриме, зачем ты мне перекинул столько денег? Ладно, у меня все равно лямы есть. Так что... У нас... Так, все написали. Так, что-то бегет. Подожди. И топор. Все. Ну, щит можно, конечно, засунуть куда-нибудь. Так, ты, братан, если хочешь со мной. Братан, вот Капт Киллер. Ты сейчас на моем стриме, скажи-ка мне. Мне нужно знать. Напиши мне в чате. Ты сейчас мой стрим слушаешь? Ну хоть в чат для трансляции напиши мне хоть что-нибудь. 1, 2, 3 хотя бы напиши. Я не понимаю. Есть у меня на стриме или нет? Если что, ссылка вот. Но не ссылка, потому что здесь нельзя ссылки кидать. Если бы у меня был бы консоль, то я бы кидал бы. Так. Ну вот смотри. Капт Киллер, скажи мне. Вот напиши мне в чат трансляции, пожалуйста, хоть 1, 2, 3. Чтоб не знать, что ты на моем что ты на моем стриме. Ой, блин.
Зачем они мне это все дают? Мне шапки вообще не нужны, пацаны. А, ну вот, мне вот этот чел перевел, вот этот чел, разработчик, мне перевел, перевел мне 100 тысяч. Зачем? Это что такое? Хентай, спасибо тебе. Еще один такой создан. Вы хоть посещаете мой стрим? Вы вот вытыпаетесь. Зачем? Зачем? И, братан, зачем ты мне перекинул столько? Просто. Что просто? Это ты, мистер Вайт, 55600. Мистер Вайт, 55600, это ты? Ясно. Все, ты у нас разработчик, так я понял. Ты меня лучше, так сказать, ты можешь в БС писать. Тебе повезло. Но у меня не... У меня хотя бы... Хватит мне все кидать. У меня этот антигрифер, но у меня антигрифер достаточно. Мне главное, чтобы скорость была и сайт доступен. Тебе плюс, да, можно тебе выдавать кейсы. Это уже плюс есть. Так. Пацаны, на те фри яблочки. Так. Кто хочет со мной в Дискорд, либо в Скайп? Либо в прямую. Кто хочет? Напишите мне в чатик. Кто хочет, тот напишет. Кто не хочет, ну... Ты можешь. Ты кинешь уже. Я могу уже. Ладно. Тогда, ну что ты либо Дискорд, либо Скайп скинешь, или я. Я могу в описании оставить, либо написать в чат. Кто что или кому. Хватит, пожалуйста, мне давать шапки. Мне они не нужны. Давай Дискорд. Если что, пацаны, тоже добавляйтесь либо в Дискорд. А вас он уже... Хорошо, я понял тебя сейчас. Это Дискорд, я понял, да? Так, это вы ничего не видели. Так, так, пишу Дискорд. Ну, под Дискорд. Так, и мне тебя добавлять, да? Давай дома. Итак, вот так. Сейчас пока здесь собираюсь еще вести. Ладно, вот так. Можешь мне написать, как эта собака пишется? Мне нет, у меня работает, конечно, собака, но что-то... А, я понял. Вот. Все, дай мне друзья. Тебя нет. Взяла я тогда свой скину, или что? Давай скину свой. Вот мой Дискорд. Ну, подожди. Вот так пиши. Еще вот я тебе вторую скину вот так пишу. Вторую ссылку пишу, потому что... неправильно. Первый раз. Все, давай, я тебя жду. Я приму. Так, мистер Тестер. Я жду. Так. Что, братан? Максим Кузнецов. Что, братан? Что?
Зачем мне Эндри 900? А, цифры? А, точно. Блин, в этом точнее. Прости, сорян. Просто цифры тебя скинули. Я бы забыл про цифры-то совсем. Так. Вот, вот так. Ну, ты понял, надо с собакой писать. Что с собакой поправлю? Вот, вот так, все. Вторая ссылка, которая четвертая. Вот так будет правильнее. А я жду. Пацаны, зачем мне, пожалуйста, зачем мне яйцо дракона? Скажи мне, зачем? Забирай. Зачем мне яйцо твоего дракона? Мне не нужно твое яйцо дракона. Мне уже на стримы зачем называют. Зачем мне шалки? Ну все, харе. Я сейчас убегу от вас. Я вам говорю, пацаны. Харе вам. Так, все. Мне сейчас встали. Хотя ладно, мы сейчас вместе с пацанами пойдем. Не работает. Капта Киллин, это ты? Привет, братан. Ну ладно. Братан, у тебя есть? Мистер Байт, у тебя есть скайп? А? В Дискорде? Это я круг, я не могу найти тебя в Дискорде. А, ну ты мне скинь мне свой. В Дискорде, да? А, вот ты мог, ого. Все, я тебя увидел, братан. Все, я тебя приму. Ну что, звони мне? Давай. Алло. Алло. Тебя не слышно. Алло, слышно? Вот, да, слышно. Не слышно. Это ты это? Этот как вот он? Мистер Вайт, да? Да. Давайте просто топ-мистическую вопрос. Угу. Вот. У тебя вот плоховато слышно. Помнишь, тебя кто-то скидывал, да? Вот это ты 55 часов, да? Да, вот все, давай, разработчик, ну все, привет. Так. Так, ну, порядки, давай я сейчас напишу на весь чат, что на порядки. На шалкер играть будем. У меня супер шалкер есть. У меня тоже на 1000. И на такой вот щит сейчас тебе покажу. И вот так на такой щит. У него это... Так, а я сейчас, подожди, я пока почему броню, у меня как-то здесь поднесу, вот я сейчас... Как Киллин просит тебя найти БС. Я бы сейчас БС писал, чтобы на весь чат было. Ну, можно и через... Да хватит уже, вот... Включи скорость, пожалуйста, иди за мной. Они вот проследуют за мной. Давай я ТП отключу. Сейчас подожди. По-моему так. Нет. Блин, можешь написать, как пишется это? Как? Ну это. Сейчас. Это. Вот и. Видишь, я выключу. Вот так, пожалуйста.
Ну, креатив я выбрал, но я все равно остался этим. Ну что здесь хотел бы. Я говорю, что. Вот что я покажу. Хамелеоны? Я в какой-то клан сыплю хамелеоны. Да они задолбали. В дискорде тебе найти капитан Киллиан. Пожалуйста, скинь мне свой дискорд. Максим Кузнецов, скинь мне свой дискорд. Тебе пишут. Я хотел тоже в дискорд найти, но это. Они походу не умеют. Они не знают, что такое дискорд. Да не, ну может знают, но не. Да, господи, хорошо, ты, пацан, напиши мне. Как это? Это. Я тебе написал в дискорде. Просто я не могу уже. Только как. Все, спасибо. Так, ну, это, все. Они задолбали, потому что тэпаться. Все? Так, все, я отключу телепортацию. Ага, это, немножко мне попасть хочешь, да, вот такой. Так, как у тебя там миг? 55, 600, все. Что такое? Вот, вон. Ты знал, что у тебя снизу недостроено, мне кажется, нет? Так, ну это что? О, да, у тебя здесь шелкер много. Так, ну чё? Консоль пошла. Консоль пошла? Не знаю, XD написал, ну чё. Короче, ладно, я включу, чтобы они смогли тэпаться, мне пофиг. Всё. Да. Да-да-да. Мама, я в Ютубе. Ну это правда, да. Братан, ты в Ютубе. Так, ну чё, пацаны, начинаем. Порядки еще. Так, на. Так, степаемся все на спаун. Сейчас будем там играть в прятки. Да что ставим? Все на спаун. Сейчас мне. Они все ко мне сейчас степаться будут, я же сказал. Я тебе. Так, где ты? Все. И ждем игроков на спавне. Пусть они тэпаются. Во. Так, сейчас мы будем начинать. Как минимум нужно 5 игроков. И будем играть без всяких тп. Я специально отключу тп, чтобы не тп-хались. И вообще. И все отключите тп, чтобы не тп-хаться. А то так нечестно будет. Надо просто по всему эту искать. Метку я поставлю где? Отключай. Поставил. Ты помнишь, мама в Ютубе. Да, мама в Ютубе. У меня стримилка? У меня стримилка? Да, у тебя немного. Ну вот, у меня что-то право подлагало. Сейчас. Вот она у меня тут. Стрим завис. Это не вот, завис. Да, это не завис. Да. Зачем мне ваше? Вот зачем они мне это все дают? Мне и своего хватает. Да зачем мне даже кепку кидают? Че, лагает стрим, не? Ой, правда. Вот где это раз лагало? Мне правда лагает стрим, у меня лагает. Вот, два сломала, посмотрю. Лагает. Да, я вижу, что лагает. Ну-ка, я отключу, что у меня там есть. Последний, значит, седьмой. Не лагает, потом... Ой! Диско случайно выключил. Все, слышно меня? Да, слышно. У меня просто это. Я там выключу случайно.
крупкость вообще. Да зачем мне ваши яйца? Вот эти котлы не видно. Я думаю, по-моему, тоже помню. Так, ну что? Все, я напишу сейчас на весь чат. Все. Ну, вот так вот тебе кидает съемки. Чего водичка? Не слышно? А? Ну вот, все стримило, потому что у меня это из-за этой штуки. Капец, сколько игроков, так. Так. Все за мной. Ну и метка будет. Метка. Метка будет. Все со мной метка будут, так. Сейчас я сделаю будку. Сейчас я сделаю метку, где будем где можно будет допрятаться, где. Так, не дальше вот этого дерева. Большущего. Здесь тоже можно прятаться. Это. Ну здесь реально, как можно здесь прятаться. Так. Первая метка. Здесь. Не. Дальше. Сколько сейчас онлайн игроков? Сколько сейчас игроков онлайн? Так, все, они написали лог. Значит, побежали дальше. Ты, ну, кто может тэпэхаться, тэпэтись, но не сейчас. И следующая метка будет, последняя метка будет, не знаю, это большая территория, да? Здесь вряд ли так спрятаться как можно. Так, они все за мной последуют. И не дальше вот этого же дерева. Здесь еще одно такое дерево есть. Да, все, тэпайтесь. Искать будет. Сейчас выберем, кого искать, кто искать будет. Ты вообще тэпнулся? Я тебя не вижу здесь. Нет, я просто вкладываю. Давай-ка вот это будет. Ну ладно, сейчас я тебе купил маму. Давай, тэпэ. Не включено. Все. Да. Ой, нет, сорян. Да что он не лагает? Гы-гы-гы. Я здесь, я просто... Да харе уже. Хватит, капитан Карен. Киллиан, точнее. Еще один присоединился. Все, так. Кикни капт Киллиан, вот этого чувака. Зимнего. Он задолбал, вот он бьет меня. Вот. Ну, хотя у меня креатив все равно, но и сам это сразу территория спавна. Привет, игрок. Что? Сейчас ты будешь бай-бай. Я могу как бы тоже кикать, но все. Минус. А может ты кикнешь? Где он? Ты его кикнул, да? Да опять, я его сейчас кикну. Я вот кикал. Так, кик. Да. Сейчас, я его сейчас сам кикну. Вот, кто его кикает, ты? Помеха. Это не помеха, потому что он задолбал. Так, искащий за мной.
Так, искащий у нас будет... Кто у нас искащий? Так, вот ты. За мной. За мной, за мной, за мной. Я? Нет. Напиши, чёрт. Так, смотри, это... Вот сейчас напишу, пусть здесь будет. Игра с подписчиками. Можно, конечно же, можно. Нет, я не играю в квиз. Нет, хотел. Это начало. Могу, конечно, но зачем? Так, искащий. Пошли-ка. Искащий за мной. Здесь будьте. А искащий за мной. Искащий за мной. Пошли. Сейчас. Пошли. Если что, следи за ними, ладно? Пусть они за мной не летят. Так. Он сейчас... забавил картину. Считай до... Да, до 60, да. На, а чё, как на F1? Да. Да. На F1 будем искать. Все, он считает. Угу. Так. Теперь я к тебе сейчас ТП. ТП, как у тебя там ник? 55-60. Так. Подожди, сейчас. Он считал. Так. Да, в чат. Да, в чат. Все, ТП 50. Все, он считает, да. Блин, включи телепортацию. Телепортацию. Включи. Сейчас. Так, у него уже 4. Смотри. 4. Прятимся. Прятимся. А, не дальше меток. Не дальше меток. Все, прячемся. Ваня еще нельзя, говорю сразу. Да чего вы все за мной летите? Я хочу сам отдельно спрятаться. Вот я вот здесь. Я спрятался. Я тоже. А не за такой, да? Мне интересно, кто-нибудь будет попасться? Так, надо... Я не выключил же. Броню. Так, сколько у него там уже насчитал? Сейчас. Ну потому что у меня просто аккаунт так называется. Ну. Анекдот рассказать? Не знаю я никаких анекдотов. Анекдотов. А нет, а не знаю. Жила собака. В смысле? Ничего не смотрю, что-то. Ну чего? Я знаю. Мы тут с одним чуваком вместе смотрели. Я здесь в самом крутом месте смотрелся. Короче, вот. Я знаю один этот анекдот. По-моему, если он это он. Смотри. Шла собака. Она шла по дороге. Шла прямо. Потом, это... Впереди ехала машина. Она такая... Думает, куда идти дальше? Идет назад. Сзади едет машина. Тоже, потом направо, потом направо, и там машина. Забейте. Что ты за хуйня рассказываешь? Анекдот, блядь. Так. Сейчас, давай ему напишу. Так, все, ему написал. И, все, я написал, ищи. Все, сейчас он будет искать. 800 онлайн. Офигеть. Так. Oh.
вообще-то нет. Может, 9 подписчиков, спасибо вам за подписку. Боится ко мне. Тут, кстати, что-то мне больше расправились. А? Ааа, он меня нашел! Это он искал? Он меня нашел все-таки. Блин, так хорошее место. Он, вот, я знаю, что он это. Я сейчас зелье невидимости выпью и топлю к тебе. Сейчас зелье невидимости. А, нельзя. Тогда сейчас ГМ. Сейчас я выпью зелье и все. ГМ один. Теперь у тебя ТП включено, ну, я просто тебя топнусь. Да, все, будь здесь, будьте здесь. Я за вами слежу. Ну-ка, я к нему тэпнусь. Как у него ник? Знаю, следят. Икс, как у него там? Нет, у него кто-то там ник. А, ты что-то там... А, нет, не помню его ник. Как у меня... Сейчас его нашел, я найду сейчас его. Вот он, да. А, микс у него. Как-то ТП. Микс 279. Он... А ты сверху спрятался? Я просто не помню, где ты. Он вообще, наверное, в другой точке. Хватит писать про, пожалуйста. Так, отойди, ушел, отошел, кыш. А вот и здесь. Твоя киска в группе риска. Угу. Твоя киска в группе риска. Твоя... Нет уж, я понял, твоя мать шалава. Зачем такие ники делать? Ой-ой-ой. Кто мне гомоголь врубил? Мне креатив кто-то выключил. О, я коленную выключил. Чё? Я тоже, я тоже. Это я, это он. У него ник такой. Ну-ка, как у тебя там ник ТП? 5, 5, 600. Это я не знаю. Ну смотри, видишь? Это я. Ну ты я, это я. Я просто здесь летаю. Блин, у меня стакается. Вот, все. На, 2 шлема. И есть. Он вообще далеко от вас. Он вообще на другой метке. Ты видишь, здесь кто-то... Вот он. Он тапнулся. Кстати, да, вот этот искавший, он ко мне тоже туда. Максим пошел на хуй. Зачем такое писать? Все, я, сука, я обиделся. О, мистер Тестер, привет, ку-ку, привет. Изумрудный макибук. Фрикис! ПВП! Креатив. Вот, я буду в креативе. Это никак... Это никакие прятки, да? Просто, чтобы... Блин! На шанты. Супер. Зачем ты ко мне тэпнулся-то, а?
Смотри, мне сразу комета обойдется. Зачем? Ну, а мистер Тайсер, знаешь, когда мы... Бедный Максим. Еще другой видео. Мистер Тестер пошел. Хватит писать, пожалуйста, мат. Так, короче, и все на паркур. Кто не... Все ТП. Все ТП вот так напишу. По паркур. Блин. Нет, подожди, не ТП. Как там паркур пишется? Паркур. Вот, все. Пишу. Все ТП. Ну, не все, короче, кто на моем стриме участвует. Освежение, дай мне свежесть. Дезодорант месяц истратил свой на меня. А кто пишет? Фигню, скажи его ник. Кто пишет фигню? Ну, ты пишешь фигню. Не, ну хотя у тебя ник фигня. Ну, это, ой, что-то залагало. Капец. Да, вообще что-то. Ого, ну, чё? Чё такое? Чё за фигня? Я у меня ничего не прописывается. Капец, лагает. Так. Я сейчас перезайду на сервер. Я просто пока. Да, вот всё. Написал. Играем во втором серваке. А ты не хочу. Я уже читал. А ты что, вылетел? Плюс что такое? У меня что-то сервер на этот же. 10 ФП. 10 ФП. А как у меня нет вообще-то? Нет, не прочитаю. Это у тебя на гармоте, ясно? Нет, 20. Сколько у меня FPS? Ну-ка, я хочу посмотреть. У меня под 50 FPS идет. А сейчас 57 FPS. 55 FPS. Короче, у меня под 50 FPS. О, все, меня тэпнуло, аллилуйя. Так, беру мой топорик. Супер топорик. И одеваю свою броню. Можешь снимать, будешь стрелять, это, на войне. Я сейчас напишу все ТП. Все ТП. О, мистер Тестер тэпнулся. Блин, как мне невидимость убрать? А, молочко надо выпить. Выпьем за душу. Чё, Газдума? Это вам не шутка, и всем приходится признать, что там любимая парня. Шутка сакура. А то я не знаю, как его правильно читать. Да. Может, вот по-английски научишься читать и будешь читать свой. Научишься читать по-английски и будешь читать. Ясно? Вот за что? За что? За что вы меня так кидаете? Дайте мне продержаться. Вдруг лямчик еще получу. Вот меня вот этого от Андрея надо защищать. Я чуть не одел, что надел. Я уже был на выпуске. Блин, тэпнись на паркур. На паркур, тэпнись или ко мне. Я на паркуре. Потому что Андрей мешает какой-то здесь. Блин, он меня скинул. Ну, зачем? Я помню его. Он меня на лямку взял. Ну, моя мастера была. Сейчас здесь лайк поставлю и отпишусь. Смотри, ты говоришь, твоя мать шалала. Я сказал ник. Все. Не обращай внимания, это просто меня попросили. Чат с подписчиками называется. Указание подписчиков всегда. Да заткнись!
Зачем ты своего дружка обзываешь? Какого дружка? У меня нет дружка. В скайпе, зачем ты его мать обзываешь? Никак я вообще-то не называю. Это не братан, это не тебе, я никому это не сказал. Ну ладно. Ладно. Я победил, плюс 10 тысяч, посмотрим. Вот какой четверный способ есть. Поставь его на машину. Так, все, я закрыл сам. Да что я его закрою? Чебавки, пожалуйста, на них дай. Да что, зачем? На стрим, уйди. Вообще из комнаты. Окно. Зачем они жертвуют? Тут 100 Акмен топ пожертвовал $100 в клан, это в клан. Все на лаке один есть, и не сык. Что такое сык? Отвечай, моя ОО плюс бан. Кому бан дать? Жалко, что не могу, у меня нет проф на бан. Я бы сейчас кого-нибудь из вас завоню. С причиной помеха. Я шучу. Кто тебя заинчил? Посмотри в чат. Это у меня брат просто. Забейте. Это у меня брат. Смотри в чат, стрима. Что тебе написано? Да я вижу. А дышу, помню. Ну ты жопу, да, ну ты жопу. Ты кому-то жопу это, пытаешься рвать. Короче, сейчас я буду устраивать конкурс ЭТП. Сейчас я буду устраивать конкурс на 4500 тысяч. Плюс я еще 100 докину. Так. Что там? Все ТП конкурс на 450к. Ля, правда, один лям есть? А ты что, кальян есть? О! Прикольно. Все убыли. Вообще, почему? Зато я сразу все затэпались. Сейчас буду всех тэпать. Давайте будем сидеть. И что ты? Все тэпы конкурс на 450 тысяч. 837 онлайн сейчас. Ой, нет, неправильно читаю, а я точно отписываюсь. Нет, я правильно прочитаю, я не буду заново читать твои. Потому что... Конкурс, да, конкурс на... Нет. Смотри, братан, вот здесь смотри. Вот у меня 1 459 000. Я в прошлый раз... А, он тебя проверял. Ну, на ком просит реальных денег? На компик. Нет уж, это на игровых. Так, раз, два, три, четыре, пять... 5 игроков. Ладно. Начинаем. Так. Это будет кто быстрее. Магнив. Ты и так консоль. Зачем тебе 200к? Зачем? 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 Вот. Только не бать. Невидимка все. Судочка. Я потом, наверное, пересмотрю стрим, наверное. Ладно,
Зачем тебе деньги, скажи мне? 200 000 зачем тебе? Зачем? Выкрой, дай. Дай, зачем? У тебя и так консоль, зачем? Вот у тебя консоль, а у меня что? У меня правильно, у меня антигриф. Хотя ладно, забираю. Это у меня все равно один лям. Блей, как у тебя там? Магниф. Магниф. Сколько у тебя? 200 000, да? Так, это 2000. 20 000. 200 000. Все. Забирай свои 200 000. Ну вот. Потому что я боюсь, что когда меня не забанят на все. Так. Ну что ж, начинаем конкурс. На... Ну уже не на... А нет. На 250 000 тогда. Сколько? На 250. Сейчас все ТП конкурс на 250 000 за него. 250 000. И плюс еще. 250 000. Что там? Горива. Ты дал бар. Бабарочек. А, не буду читать. Сори, брат. На правду. Да-да, я. Кто пишет про тот? Угу. Вот здесь хватит так писать. Максим, прочитай мой ник. Максим, кто-то про пишет. Максим Кузнецов, прочитай его ник. И что, пусть у тебя мама рядом будет. Прочитай это вслух. Ей. В скобочках нет. Так, ну что ж, начинаем конкурс на это. Конкурс будет на скинов. На это, скины. Скины. Сейчас будем еще строить. 250 000. Строить в начале будем. На 450 000. РТП, ну-ка. Ты, ну, вначале сейчас строить будем, да, правда. Так, тэпайтесь. Так, я тут. Он башня монстра, ни одно хп. Угу, замучил. Так, ты тэпэхнулся. Да, я тэпэхнулся. Так, ладно, давай пока с тобой вместе строить. Так, я включаю геймод. Давай строить. Бери дубовые доски. Тему, скажу тему. Чё? Так, всё, строим. Откуда лёд? Короче, это не бокс. Уберите лёд, пожалуйста. Мы досками будем строить сначала. Надо сделать... Давайте закрывать, что сделаю. Кто пишет на табличках? Да за... Я потом заплю. Хотя нет, стой. Я же знаешь, что? Я сейчас буду, знаешь, приватить и садить. Там нужно вот, видишь, сколько деревьев здесь. Надо зафиксировать. Давай я сделаю. Ладно, садай. Ты где? Вот видишь, здесь деревья, пол деревьев сытни. Деревья? Да, пол деревьев сыпь. А чтобы. Не, ну чтобы у них ножек не стало. Угу. Сейчас. Закрывать что сыпь. Да, сначала прибавить. Угу. Хватит писать на табличке. Что ты там пишешь? Что пишешь? Нет уж. Максим, да. Так, где ты? Ты сыпнул, нет? Вот еще. Дух, вот, вот, все, я так. У тебя владелец, ты это. Ты тупой, скажи мне. У тебя владелец, и ты не можешь тпкнуться ко мне. Ой. О, сейчас это.
Так. Ой, я что-то не то сделал. Так, все. Я не то что-то сделал. Братан, теперь у тебя вот, вот этот, который ник. Ну, я сейчас вы увидите в чате, что я заблокировал человека. Ну, плюс бан. И тебе, братан, вот, вот здесь тоже бан. Все. Чтобы хоть немного помолчали. Во. Нормально. Во, вот здесь лучше. Во, во. Надо здесь только достроить. И надо здесь деревья убрать. А, понятно. Уберите здесь приват. Да я сам. Это мой приват. Что, забыл? Простите, что вас забаним, потому что я не могу больше терпеть. Вот ладно, вот здесь я могу разблокировать. Он нормально, адекватно себя ведет. Но вот все, вот здесь ты разблокирован. Сейчас тебе напишут в чате. Разблокирован. Все, ты разблокирован. А вот здесь ты разблокирован, тебе ты можешь писать, но только не мат, пожалуйста. А то тебя зря заблокируют снова. Вот чувака я уже заблокировал. Вот и правильно сделал. А кто, да кто мне опять тут? Мне кто-то деньги опять перевел. У меня 500, у меня полмиллиона. Нет. У меня 2,5 миллиона. Так, что, строим? Сначала нужно сделать хотя бы... Можешь приват отсюда убрать? Сейчас. Магнив, это ты, что ли, мне писал вот это? Причина блокировки? А знаешь, какая? То, что ты матерился в чате. Убрал? Кто это сделал? Вот что? Зачем? Вот зачем ты с блоков сделал? Столько. Землю зачем ты? Я не делал. Вот это ребята-то нет. Нет, ясно, у меня стрим не для матерков. Ладно. В чате можно. Нет, нельзя. Ладно, смотри, я тебе даю последний шанс. Yes, я тебя разблокирую. Сейчас я прям сейчас это сделаю. Если ты будешь еще обзываться, точнее, писать в чате какую дрянь, то получаешь бан на, в чате у меня. Все, ты разблокировал, я тебя разблокировал. Я тебя с бана снял, теперь ты можешь писать. Так. Так, я сейчас... Как это, иди блока это... деревянных блоков, какой иди... А? Так, подожди, РГ. РГ. Как РГ? Что там писать надо? Чтобы заплатить. Чтобы за это, чтобы заплатить. РГ, как писать? РГ клад. Напиши в Discord, я не понимаю. Как ты раньше придал? Ты говорил о креатор, что ты кубай. РГ, кубай. Кубай, как назвать? Так просто... просто 65, всё. Я закрываю эту территорию. Теперь, как, какой я идея это? Деревянных блоков. Деревянных блоков? Сейчас. Смотри, ребята.
Сейчас это увидят все, кто есть на моих остальных чатах. Сейчас это увидят все. Нет, хотя ладно. До свидания, я тебя предупредил. Так. Пять двоеточек. Напиши по скрипи. Ой, здесь скрипи. Сет. Уйди! Консоль не ломай, не! Да, не ломай, Тим! Вот я спрашиваю, ты кому мод дал? Он не дал никому мод. Уйди отсюда! Ты чё? Ну спавни! Ну спавни! Вот я сам куб за эту! Ты слышишь, у тебя куб за пробатель, а тут нет. Понял, пусть. Ладно, все, тебя разблокировал, но только не лезь, пожалуйста. Все. И вот это вот Полина тоже. Вот. Полина Ари, уйди тоже. Ты пних на спаун. Если сможешь, если у тебя есть такая возможность. Я не могу. Вот, уйди отсюда. Кыш. Ты понимаешь, смотри. Смотри. Я даже могу блоки ставить. А у тебя сам куб забывательно, а поверхность нет. Логинба. Полина. Полина. Полина, тебе это... Полина, на моем стриме пишут. Тогда я в это напишу это. Тебе бан прилетит. Пикапер кто? Тебе, короче, сейчас блин, Жень, дай мне зарядку.
Зачем? Мне сейчас планшет разрывается. Я тоже. У тебя сколько на процент? 27. У меня мало, давай, у меня 5% осталось. Сейчас я пойду. Полина, отдай свой директ. Хватит мне угрожать пробан. Короче, я вот этот удаляю. Круто, смотри. Я сейчас удаляю здесь. Регион. Как-то нужно это ремоут, да, как-то написать. Вот здесь нужно сверху. РГ. Ремоут. 65. А как это убрать регион? Чтоб ты построил конкурс кинов. А. Ты хоть понял, что происходит? Где? Блин, вот это. Так. Сейчас я в М напишу. Все спрашивают, кому ты мог, да? Блин. Короче, я так скажу, я тебя жалую. Сейчас подожди, мне это. Сейчас ко мне Полина, вот это вот. Полина, зайдет ко мне на стрим. Пусть Полина ко мне на стрим зайдет. А ты сейчас на моем стриме? Да, я, да. Смотри. Видишь сообщение, которое удалено? Смотри. Теперь его видят все. Еще один. И видят все. Я, у меня это есть права, потому что я модератор на этом стриме, на моем. Ну, конечно же, мой стрим. Ой! Твоя мать, это, того, это, тебе не повезло. Я написал. Пусть Полина зайдет на мой стрим. Сейчас все видят в чате это. Вот он здесь уже. Я не могу уже тут в чат смотреть туда-сюда. Ну, хотя, получается, с подписчиками или нет, просто. Что делать? Это специально. Это задание стримера общаться с подписчиками или зрителями. В чате. Короче, смотри, я сейчас гамма 0 пишу. И пишу. Топайся ко мне. Топился?
Капец, три консоли прилетело. Полина, Полина, надеюсь, ты зашла на мой стрим. О, Полина вышла. Ты это серьезно? Зачем? Стой тут. Фигушки тебе. Он мне бан хочет дать. Вот 100%. Он мне бан хочет дать. Пошел мне. Либо он меня заткнуть хочет. Да вы смотри, он меня тэпает. Я сейчас телепортацию отключу там. ТП. ТОГГЛЭ. Я теперь эту команду наизусть вижу. И отключать телепортацию. Вот и все, братан. Теперь ты меня не сможешь телепортировать. Полина, зайка, крошка, дай ВК. Ой, зачем мне это пишут, господи. Вы понимаете, ее даже на сервере уже нету. И на консоль, да, ее вообще нету на сервере. И они еще кого-то пишут мне в чат. Ой. Магниф, вот ты консоль. Как у тебя ник в это в на моем стриме? Скажи ко мне. Ой. Мама, тебе привет передают. От твоя. Молчу. Чего тебе надо? Магниф. Магниф. Скажи, как у тебя это? Как тебя зовут на моем стриме? Хорошо, все, я пошел гулять. Жека, это ты, который это... Чё? Это ты, вот это, ник вот это твой. Ты чё, вообще больной? Я видел, как ты писал. Я не писал ничего, я вообще в ВК сижу. Так, всё, братан, тебя я заблокирую, что ты мне не писал. Я ничего не писал. Ну, как, да, конечно. Кто я сейчас вот так сидел и смотрел к тебе в телефон? Я вообще там в ВК сижу. Да, сейчас только что вышел. Ну ты и дал. Ну все, ты мне и будешь писать. Ну ты и дал. Я специально. Ну что, правда? Я думаю, кто это пишет? А вот кто у нас пишет? Кто хочет тоже поучаствовать в стриме? Без чата остался ты, Женя. Без чата. Мне Магниф пишет, сюда иди. Он там, потому что я телепортацию не отключил. Тупо на спаун. Где на спаун? Убил, вот мой аккаунт. Вообще что ли конченый? Привет, друг. Ладно. Я вообще нет на твоем. Я случайно. То Магниф плюс чат. Да, вот, братан, вот здесь ты услышал? Магниф. Магниф, это его брат. Ты так тоже конченый, Юха. У тебя какие-то дауны там смотрят, на меня все скидываешь. Я вообще тебе ничего в чат не пишу. Пока что. Да. Подожди, пользователь твоя, того мать, того заблокированного модератор, короче, меня. А теперь пользователь привет, друг, разблокирован модератором. Ты меня разблокировал? Да. А почему я у тебя забанен был? Ну я тебя разблокировал, все это. У меня бан прошел. Ой, точнее, у тебя бан прошел. За что ты меня банил? Ну я же видел, что это ты писал. Так это не мой бот, мой аккаунт. Ясно. Не знаю, ты у меня разблокирован пишешь.
пишут. За что ты меня банил? Это, я знаю, что это ты писал, так что... Ты вообще что ли кончено? Так, все, солнечная погода появилась. Так. Я же буду тебе оскорбления и гадости писать. Ну, я тебя заблокирую, да, и все. Да, пацаны, это мой брат. Все, я тебе дизлайки ставлю. Ты сам натрасился. Обвиняешь меня в чем-то, чего я не совершал. Так. Да. Все, дизлайк поставлю. Я вижу. Все. Сейчас еще отпишусь от канала. Потому что ты меня обвиняешь. Я вообще ничего не писал. Все, я отписался. До свидания. Еще и банил меня за что-то. Так, все. Два лайка и два дизлайка. О, все, привет, пошли. Пошли на паркур. Подожди, я сейчас оденусь. У тебя броня есть? Парни, дайте репорт на канал за расизм. Молчи. Лёша, спрос автопроизведения отключу. Хотя нет, тебе... Так, ты, у тебя броня есть. Кто расист, плюс в чат. Кто российский плюс в чат, кто не российский минус в чат. Так, что тебе нагрудник дать? Нагрудник дать? На. Да. Вот тебе на кирку супер, и меч, и лук, и щит на. У тебя щит. Ты же на 12-й версии играешь? Да. Ну вот все, у тебя щит, как у меня. Так, может тебе топорик дать? Он как бы лучше. Ну ладно, пошли. Все, пошли. Так, а я еще... У тебя сейчас скорость включена, нет? Я на спид... Ага. Я спид 2 ставлю. Кто там? Я забыла меня одно хп. Пацаны, я... Это... О, вот здесь пишут в чат. Кто дал он плюс в чат. Так. Стой. Да блин, это не ты. Давай это друг другу давать. Ну... То есть я, потом ты, я. А ну вот того чувака с солидом. У тебя лук есть, да? Все, давай, скинь. Это я, если что. Скинь. Да, есть. Ладно. Очень. Да забери. У меня есть тоже. А зачем? У меня есть, вот. Пошли. Да. Погнали! Я его скину. Да. Это ты был? Да. Что, это ты? Да. Я испугался, господи, как ты появился-то? К тебе ты пошел. Сколько там у тебя еще? Тогда я. Ты чё щит-то не используешь? Теперь ты меня защищай. Я тебя защищал. Только не помогай. Это. Короче, всё, мне 20 секунд. 8 секунд осталось. Где он? 10 секунд осталось, давай. Потом ты. Не, давай ты. Ну, я сейчас, потом ты. 4, 3, 2, 1. Лямчик, пожалуйста. Не, ладно, здесь пишут. Так, иди теперь ты. Я с этим чуваком. Вот у меня через 5 минут снова можно будет. Я попал. Ты где? А, вот. Нет, я его скинул. Нет, я его даже не скинул. Да. Все, скинул, моя броня помогла. Быстрей. Вот это я паркурист. Не попробую. Я не упал.
Ой, пацаны, что вы вообще? Что мне писать на весь чат? Так. Три. Ты еще чуть-чуть меня не смотрел. Так, я пошел наверх. Я буду с лука. Я буду с лука. Ага. Хочешь фокус? Посмотри на верхушку. Я его скинул. А, у него тоже сетхом тут стоит. А что, там можно сетхом ставить? Да, тут так. Я сетхом пользуюсь. Я тоже сейчас тогда, ну-ка. Сет. А, 60 секунд подбежит. Сетхом. Как? Как мне? Просто сетхом. Точка успешно. Да, да. Ну все, если я сейчас... Иди, вот как вот. Есть. 10 тысяч. Ну ладно. Мне через 2 минуты можно. Я потом там, когда у меня будет доступно, я там это установлю с отхом. Байсу. Да блин. Смотри, видишь, стой, стой, стой. Видишь меня? Стой. Смотри. Бай. Бай. Ты че, че, я куда-то стреляешь? Я знаю, где он стоит. У него с хэдхом. Ого, ты отлетел там. А что у нас с хэдхом не тэпается? У него, наверное, это. Я убью. Так, все, я его скину. Так, давай, давай, давай. Афанасий, Афанасьевич, вообще. Так, еще, еще 3 секунды. Я сейчас тэплю с хэдхом. Тебе тэпаешь? До свидания. Все. Так. А, он не скинулся. Давай, би-би-би. На. Давай. Улетай. Я его скину. Сколько там еще? Минуты 30. Давайте, давайте, ребят, это поднимаем, просмотрим. О! А, он попался. Давайте поднимаем, просмотрим. 6 всего смотрим. Всего 6. Ай, думаю, я тебя скину. Я его скинул там еще. Вот магниф! У него суперлук. Я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан. Я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан. Так. Через 50 секунд. Через 57 секунд. Красава! Вот ты красава, реально! Ты меня спас от него. За это смотри, кто идет. Смотри, кто идет. Ты... А, могу! За что? За что? Не надо! Нет! Скинь его оттуда! А, сейчас. Магни! Ну блин, ну все. Сейчас я его скину оттуда. Блин, быстрее, 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 пока он не получил награду. Я успею. Есть, я его скину. Нет, я еще не скину его. Блин. И что-то а, нет, он это. Через 9 секунд мне можно туда. Так, а я сейчас с этой команды буду. Зачем? Вот за что? Давайте теперь мне. Так, надо зачаровывать. Так, сет. Да в смысле? Да зачем? Это ты что ли в меня стрелял? Нет. Я хочу вот этого магнива убить. Предателя этого. Ай, да свинь! Смотри, сколько он не умирает! Это я! Знаешь, что они там? Я пошел по левой стороне! Это я! И, подожди, я буду по левой стороне идти, ладно? Я по левой иду.
Так. Да зачем вы бьете? 8 просмотров. Минус, 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 минус. Зачем вы пишете минус? Да блин, я упал уж. Ну, я бы не буду бить. Кикай их. Да блин. Я ничего не делал. Я понял, понял. Да, вот смотри, как он паркурит. Это либо что-то на... Да, на... Уйди отсюда. Где? Красава. Красава, красава, красава. Защищай его. Чего он не читал? Блин, это защищай меня. Это Полина. О, Полина. Уйди! Ты че не лезет ко мне? Так, пришло время. Блин. Серьезно. А че на тебя не бьет мне? Как он так бьет? Он прохопился. Так, команду Хэл, быстрее. Так, давай, 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 восстанавливай. Давай, 4, 3, 2, 1. Знаешь, я подружился с ними, они меня не трогают. Ты еще на блоке там, да? Ну да. Сейчас к тебе так, так я, это я ТП. Кстати, они меня не бьют. ТП, стой. Они меня не бьют. Сэк, 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 хэм. Все здесь... Сет. Блин, я не успел. А нет, успел. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас я там буду. Ой, блин, я не туда тянулся. Ладно, сейчас хуй напишу. 4. Набираем просмотры. А то... Сколько мне уже стрим идет? Миссы. Да что? Полину надо. Да что вы меня стреляете? Ну, Полину, Полину, Полину. А, ладно. Полина, он бы отстоялся. Что? Знаешь, что я сейчас заметил? Магнит с одной руки 2 попадает. Защити, пожалуйста. В меня 2 пули стреляют, ты это понимаешь? Блин, ко мне Полина идет. Не-не-не-не-не! Всё, я пока защиту. Я жду тебя, у меня просто так. Блин, у меня защита щита мало остаётся. У меня 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Есть! Ооо, как у меня там броня. Ой-ой-ой, надо срочно восстановление брони сейчас. Репайр, ты вообще репайр используешь? Чтобы восстановить вещи. Репайр. Ой, блин, у меня что-то это. Сейчас смотрит 5. Сейчас смотрит 5. О, ну, я пошла на лайки. На лайки. Как там? Лайки. Лайки 2, да? А нет, 1. Блин, лайки. Я на лайки пошел. Ну зачем ты пошел? Дай мне. Ты и так разраб уже. Вдруг мне разработчик. Ну и то, так что. Там все равно до разработчика только попадает. А зачем Полине быть в этом участии? У нее сорные, какой донат. Консоль же. Вот они неубиваемые. Они неубиваемые. Вот этот чувак неубиваемый. Что у него? Что? У него консоль магнит. Давай, 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 давай. 15 секунд, давай. Полина тоже уходит.
Блин, кто меня бьет? Блин, зачем он меня бьет? Он сказал, я тип. Так, сейчас спам будет. Вон он. Да блин, дайте мне лучше. Ой, ну зачем, смотри, она сломала блок, и причем мы дыры. Какой смысл с этим? Ну, да. Лучше не влезай в этот телефон. Так, что у меня там? Что? Магнит опять проснулся с одной руки. Уже час. А он не сколько. Что? Ладно. Так. Пошли на B20. Пиши хап. Умеешь хап писать? Хап умеешь писать? Ну да. Ну пиши хап. И нажимай на кровать. Хап и на кровать. Давай, я тебя жду. Я знаю. Вот сюда. Не первый раз играю. Что здесь нужно? Не так, забывай, что категорически что? Запрещено на B2. Так. Вот, игра идет. Давай. Заходи. Можем посмотреть. Давай посмотрим. Давай смотреть. Что делать еще? Я за желтыми смотрю. Ага. О, мистер Панда, ага. Это этот. Это ютубер, кстати как. Мистер Панда, я думаю. Смотри, какой желтик застроенный, прикольный, смотри. Какой желтик застроенный. Так. Они слились, а. Смотри, как ломатка. Они не знают, где кровать. Вот кровать вообще-то. Ты за желтыми, да, сидишь? Я за желтыми, да, сидишь. Все. У меня стрелы. У меня есть стрелы откуда-то. Смотри, как раз сражается. Ну, конечно, они победят, потому что они бывают. Ага. Они не... Они не могут просто взять, они, смотри, вот ты видишь, что у них здесь дырка? Но. Ну вот, что, о, магнит, кстати-ка. Кстати-ка, магнит, слушай, ты где? Слушай, вот я выхожу. То есть ты, вот ты сейчас где, возле желтых? Да, я возле желтых. Где ты? На базе, возле их кровати. Я тебя не вижу. Здесь как бы можно видеть друг друга. Я магнива вижу. Нет, да. А я не вижу его на базе. Спект. Я спект. Так, я позади. Короче, ладно, забей. Ты на другой карте, наверное. Выйди. А, вот. Я вышел. Вот, пацаны. Да? Так. А, магнит, ушел, реально. Вы все туда пошли, ну ладно. А вот он, я. Ну вот. Да. Мы еще вместе играем. Так, давайте посмотрим за игроками. Вот самого последнего стила. Не самого последнего стила. Вот, да, вот ты, привет. Вот давай за ним следить. Что он сделает? Да что-то, а что-то интересно. Лучше играть, чем... Что он будет делать? Ну да, блоки. Шорты? Да, да. Мечом будет ломать блоки, да. Хорошая идея. Ужасно. Он пошел к себе. Ладно, так, ну здесь... Магнит, у тебя... Красы тащите. Да. А чем мне за красы вообще? Зеленых уже зеленых нет. Давай тепнемся вот к самому первому этого с Алексу. Вот ты, привет, пошли. Желтые пошли наши. Куда ты пошел? Обратно иди. Я сзади.
Дай мне денег, пошли там. А, стопы. Просто интересно, как это стоит. Что он будет делать? А, он чего? Смотри, как у них, смотри, как у них застроена кровать. Вот смотри, надо вот доски заменить на эндерняк. Их сложно ломать, эндерняки. А вот если он сейчас задумается, здесь вот закрепить эту обувь, то есть вообще, чтобы здесь ничего не видно было. Смотри, он это делает. Знаешь что, иди сюда. Это, в другой стороне кровати. Не, это, не мешай, я тут это, ресурсы беру. А их никак не собрать. Их никак не собрать еще. Я знаю, у меня просто вниз. Вниз. А чё? Классно. Классно. Правда классно. Так, вот он додумался это сделать. Вот он мне прям мысли мои прочитал. Если он еще крысу здесь делает, крышу здесь делает, то это тогда супер... Не знаю, это супер. А тогда кто-нибудь так с боку обойдет и здесь крысу? Здесь никак не обойти, здесь никак не обойти. А нет, я заметил, смотри. Можно. Смотри, можно, смотри. Вот она стоит. А вообще-то и вот тут можно пройти, вот так убежать, все. Крышу сломать. Ну, можно через заднюю грудь, если, да, вот видишь, он крышу застраивает. Да, это ему ничего не вот, даст. Вот ты думаешь, вот с такой кроватью он выживет, как думаешь? Он такой, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смотри, смотри. Смотри. Забывали. Кто тут такой, это? Пес, я такой думаю, кто тут за свечом стоит? Какая любовь. А, не может так, что не так. А, ну было. А, вот что, он вылез. Или нет? Смотри, вот зачем... А, он здесь дырку оставил, смотри. Вот так и красный пройдет. Ой, зеленый или синий пройдут. А, нет, зеленых нет. Желтые либо синие пройдут. Вот так, чик-чик, смотри. Идут. Желтые. И сюда пройдут, вот так ломать будет кровать. Да они могут просто вот типа тут... Не тебе, могу. Включи F1. Ну, иди сюда. Включи F1. Они просто будут обиходить. Смотри, он, походу, сам себя грифит. Побежать. Ты где? Ты где? Смотри. Желтый нападает. Давай. Я хочу, чтобы желтый попал. Ну, бас тоже. Так, все, пошли. Нет, пацан. Ломать. Я смотрю вообще-то. Они затащат, они это жалко затащат. Хотя нет. Это наверное, что они... Да. Классы убегают просто. Синий фортануло. Чё они не ушёл? А почему синий фортануло? Хотя да, а что ты? У него изумруды. У него изумруды были. Вот это да, хотя. Ничего, чуваку. Так. Ну не победим. Хотя нет, могут желтый победить. Ой, просто потому что. Длительно, дети, ломайте, желтый, давай. Смотри, ломайте. Кто быстрее разрушит из них кровать? Ну, конечно, желтый, потому что он. Маркус. Все, братан, убивайте их, давайте. Но у них еще синих остались. За кого голосую? Я за синих. Как раз ты сломал этот путь. Смотри, сколько здесь алмазов. Смотри, они вообще... Я думаю, выбор от не синий. Тэпнись к этому, к самому... Плюс чат за синих и минус чат за желтых. Кто победит? Что я сделал? Я наблюдать типа могу. Вот так. Тэпнись к этому. К самому первому Алексу. Смотри, вот, теперь видишь меня? Иди за мной, пошли за мной. Нет, тут уже взяли алмазы. Тут как бы алмазы были, вот куча такая алмазов лежали, уже забрали. Так, смотри, какой здесь это, ПВП идет. Ага. Вот. Ну-ка, что они сделают?
Нет. Они здесь забыли. Я за синим голосом. Хотя нет, даже я за синим голосом. Они у них больше. Я за желтым. Подожди, а сейчас посмотрю, как он будет. А нет, все-таки желтый победил. Красава. Нет? Не, ну они... Одни, он словно... Смотри на желтого. Я сейчас подожди. Да, застроился капец. Посмотри у синих пока укрупненный кровать. Так. На синих? Синих. Так, подожди. Я тебя видел. А, синим? Нифига себе, они фиг сломают. Ну вот здесь знаешь, в чем проблема? Смотри, обернись, улыбнись. Смотри. То, что здесь могут так противник может его здесь так сломать. Они не будут вот так долго вот так идти сюда, но им нужно вот так, хоп, и вот здесь они додумаются вот сюда вот так спрыгнуть и сломать. Смотри, мы можем двигать. Иди сюда. Смотри, видишь, тут ничего типа нет? Смотри. Желтого зачарованный меч алмазный Маркуса. А, у Маркуса. Зачарованный меч алмазный. Ну-ка, пошли на Маркуса, это самый первый Алекс. Да. Стоит возле кровати. Что это? Нифига у них кровать-то. Над драником. Состроенный. Хороший. Откуда у меня стрела? Откуда стрела? Вот у меня тоже стрелы были. А у меня стрела в сучасти. Так, смотри, застроились все-таки. Мне кажется, тоже, что желтые победят. Хотя нет, здесь у них трое, а он один. А нет. Они на 2 на 2. Они 2 на 2 сражаются. Или нет, ну-ка, подожди. Алексей. Алексей, это за синих. А, да, они на 2 на 2. Где чувак невидимый, я вижу. Магнит, черный блок. Блин, как тоже спать хочется. Немного. Блин, уже все ждут, пока все поиграют. Синие дитерашки, желтые уже. Ты близко к этому, к Алексею 1919. 1999. Сейчас. Он... Да, смотри, вот, мы здесь с толпушкой собрались. Обернись его близко. Вас не видит. Да ладно, а мы вас только видим. Вот Магниф, зачем он меня... Ты зачем мне... Он левал, давай, левай. Так, что здесь есть свободно? Что свободно есть? Иди, ожидание. Выйди! На кровать нажми. Вот сюда. Иди сюда. Вот. Видишь на арену зелененькую? А, нет, стой. Нажимай. Фуас. Здесь 4. Вот тогда сюда обратно. Форест. Вот, давайте будем здесь. Давай будем здесь. Ладно. Я ожидаю. Ожидание. Сколько их там осталось? Ну-ка. Четверо их осталось. 2 на 2, короче, они сражаются. Кто же победит? Это, слушай, а может скачаешь Wild World? В смысле? Сервер вообще там Wild World. А ты не хочешь заканчивать стрим? Тэпаемся на второго.
Ну-ка, я там за ними буду бегать. Что такое миссия? Что-то тащит? Конечно же. Не, ну смотри, мы как алмазы. Алмазы из черного места. Синие можно. Желтый вин, ну конечно, все, желтый вин. Смотри, 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 побежали раньше, смотри. Да. А, нет, все-таки желтый, реально. Желтый, блин, а я за синим болею. Хотя нет, да, все-таки желтый. Да. Смотри, смотри. Он на 100 тысяч, за игровую валюту 100 тысяч, что? Синие, ну, выглядит вам. Так, так, так. Смотри, смотри, они прям идут. Смотри, они отстреливаются. Ну, как кровать ломайте. Они сначала хотят уничтожить, но они уничтожат, и что дальше, и что? О! Смотри, 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 он... Ломает эту кровать. Он кровать ломает, это сюда. Он застроился. Не ломает, пацаны. Он застрелился, он до кровати спал, смотри. Я же сказал, что за желтый победит. Смотри, сразу убегает. А это там остается. Смотри, ты куда? Ну-ка, ТП к Маркусу. Вот, видишь, одному хана. ТП к Маркусу. Ну, добивайте их. Давайте, я уже хочу поиграть. Последняя смерть. Так, ну давай, последний синий остался. Ну-ка, давай, пошли на последнего синего. Это Алексей. Ну-ка, третий. А, он пошел на кровать ломать. Так он не разлом, он же не сломает это. Почему можно кирпой? Ты видел, как у него деревянная зачарованная кирка? Алексей Норм. Да, магнит видно, видел. Это Алексей Норм. Это правда. Сейчас он им кровать сломает. Смотри, смотри, смотри. Что ты здесь? Я смотрю. Он шифтик поджал. Он ломает это. Смотри, а он застроился. Он думает... Он не сломает часы. Нет, он сломается. О, давай реально к нему. Ну-ка. Ой, здесь тесно. Чё не мощник? Подожди, подожди. Он не может вообще не сломать. Жёлтый на базе. Слышь? Жёлтый убежал. Они строятся к алмазному... Они строятся к этому, вообще к этим. Экран приближен, нет. Чего я не приближен? У меня как было, так и осталось. А, да, у меня экран приближен, ну. Ты не занят сейчас? Смотри, короче. Вопрос тебе на засыпку. Слушай. Во времена СССР дискотеки обычно заканчивались сроками позднее 23:00. Было такое? Так. Ну, давайте уже. Он сломал кровать? У тебя спрашивают, будет, как называется хрень? Да это не это. ХЗ. Я знаю, как это переводится, ХЗ. Босс Бигер. Бум-бум-бум-бум. Да, скажи. Скажи. Как они убийцы? Ну, конечно, один из... Конечно, убийца это первое место. Так, ну чё, давайте ждем, пока куда они зайдут. На форс. Перезапуск, вот, да, на форс. Так, давай на... За команду какую? За... Зелёную. Всё, я за зелёную. Ты точно зеленый? Нет, я не могу. Я хочу к зелёным. Мака не совсем такой. Давай синим. Пошли к синим, да. Я за синих, давай. Я за зеленых, я не могу. О, всё, я тоже. А теперь я за зеленых.
Да в смысле, за синий. Привет, пацаня. Чё, сколько стрим идёт, пацаны? Да уже, братан, мне целых 2 часа уже стрим идёт. Сейчас уже не скоро, наверное. Так, я куплю меч. Блин, он 7 стоит. Возьму. Так, у меня уже есть железный меч. И у меня 16.6. Мы уже на центр строимся. Шучу. У нас тоже. А у нас ни одного алмазика. А нет, у нас есть алмазик. Но мы еще даже... Блин, у нас блоки закончились. Мы даже не строимся еще. Я почти достроился. Чувак, ты чё стоишь? Так, у нас уже я зачем? Маркуса убиваю, он опять за желтый. Вот зачарованная броня. Я убил Маркуса! Я Маркуса убил! Ты за кого играешь? Я за синих. Ты за синих, а я желтого убил. Я не успел поставить! Блок я не успел поставить. Блин, быстрее! Я его убью, я хочу его убить. О, нет, туда алмазики лежат. Я алмазики их подобрал. Да ладно. Братан, снизу. Это не я. Вот, видишь, это я сбоку не стрелял. Я понял. Я пошел к себе на базу. Иди к нам на базу. Смотри, если что, я его убиваю. Я тоже тебя не убиваю. Я тип. Так, братан, это я на тебя сейчас говорю. Это просто я вот говорю нашему... Я своим... Я закачал нам это... Я остроту закачал нам. Не... Ну, я понимаю. Так. Я нашел. Так, мне нужно сердце закупить. Ой, шерсти закупить. Так, и мне 17 золота. Чем я могу купить? За 10 железа это? Спасибо. Один сломали. Да. Так, я буду здесь. Ты наблюдаешь или что? Нет. Подожди. Тащи. Ты вышел или что? Так, братан. Подожди, молчи. Можно я тебе скажу, пожалуйста, помолчи. Донат, говоришь, сейчас я попробую прямо на вашем видео, на моем стриме видео сделать. Сейчас я сделаю. Ой, донат, сейчас. Если я помню, как сайт называется. Да, вот я все вспомню. А вы хотите мне задонатить? Кого? Мне пацаны хотят, по-моему, задонатить.
вход в аккаунт. Так, аккаунт я не покажу. Так. Так, потом. Так, и цвет индикатора. Высота индикатора. Али управление, что такое? Так, подожди. Так, пацаны, я сейчас с персонажем.